Вот мы и приехали в деревеньку, которая находится на озере Тахо. Crystal Springs недалеко. Incline Village. Вот такая вот деревенька здесь. Зимой здесь волшебство. Белое все, красивое. Кругом вот эти гирляндочки. Все светится. Ну, прям реально волшебство. Вот это вот рождественско-новогоднее волшебство вот в этом месте. 25-30 минут от города, где мы жить будем. Прям вот где-то через месяц здесь уже начнется полная красотища.